5 лет мы едем в Петропавловскую крепость. Вот этот красивый мостик, он идет как раз на крепость. А Троицкий мост, он вот там дальше. Видите, как он сверкает и светится. Сейчас, чтобы вам показать этот Троицкий, ой, этот маленький мостик, который идет на Петропавловскую, что к нему туда придем. Покажу вам пока еще раз эту крепость, чтобы вы видели. Вот, смотрите. Видите, лед на реке уже схватился. И все вот так вот. Прекрасно. Вот, видите, какая красотища. Так, летом здесь здорово, но зимой не хуже. Очень рада, что выбралась в эту прогулку. А вот, видите, как сверкает и переливается Троицкий мост. Проходите. Я как этот репортер. Репортер-журналист, который ведет репортаж. Так. Вот. Чтобы... В общем, нам туда. Еще раз покажу вам. Видите, какие здесь фонари красивые. Видите, красиво все, особенно в центре. Все, стартуем.